с просьбой спеть на музыкальном вечере «Поющие сердца». Дал ли губернатор согласие на выступление, пока не сообщается, но отметим, что это будет уже не первое публичное появление главы региона на сцене. Валерий Шанцев не раз солировал во время масштабных праздничных мероприятий в Нижнем Новгороде и городах области. Актер и спортсмен будет давать советы по управлению Нижним Новгородом. Олег Токтаров станет советником главы администрации города Олега Кондрашова. Добившись успехов в спорте, снявшись в ряде голливудских фильмов, Токтаров принял решение вернуться в родной регион и заняться общественной деятельностью. Новый советник по развитию сосредоточит усилия на поддержке детско-юношеских спортивных школ, подготовке спортсменов для юношеских и молодежных сборных России, а также будет курировать вопросы, связанные с развитием киноиндустрии Приволжской столице. Проблемы управления демографическим кризисом будут решать сегодня в Нижнем. Круглый стол, посвященный этому вопросу, пройдет в законодательном собрании области. Участники круглого стола обсудят следующие вопросы. Демографический кризис в России как проблема национальной безопасности, антикризисные стратегии демографической политики государства, опыт Нижегородской области в решении проблем демографии. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер слабый. И пока это все новости. Сергей Буров, служба информации «Радио Маяк», в Нижнем Новгороде.